момент. 2019 года, с января он не проигрывает. Исландии Скердо, Масуд Магимьян, Рубинелтон Перейра и Драголюб Станоевич. Кстати, Драголюб Станоевич был повержен уже в ACA на 114 турнире. В первом раунде на 14 секунде. И вообще побед в первых раундах у него тоже более чем достаточно за всю карьеру. Очень и очень много. 22 досрочных победы из 26, 19 нокаутов и 3 сабмишена у этого грузинского спортсмена. На него возлагаются очень большие надежды. Этот легковес может доставить кучу неприятностей. Нокаутер, 1,70 м роста. Now please welcome to the red corner from Romania, по прозвищу Шахтер, Аурель Дампана Пирта. Так, Аурель Пиртеа, по прозвищу Шахтер, 32-летний румынский боец из Бухареста, представляет команду Татуджин Додзё. Профессионально выступает с 2009 года. Провел более 3 десятков поединков. Одержал 22 победы, потерпел 11 поражений. 6 соперников нокаутировал, 10 вывел из строя приемами. 6 гильотины, 2 рычагом локтя. И еще 2 соперников одолел при помощи удушения сзади. Проиграл, как правило, очень серьезным бойцам, решениями Рашиду Магомедову, Николаю Лексахину, Шамилю Никаеву и Амирхану Адаеву, болевым Сайкиду и Загахмаеву. И на ACA 103 в декабре прошлого года Пиртеа нокаутом проиграл Александру Сарнавскому. 2 поражения нокаутом за всю карьеру. В ACA проводит сегодня уже 6-й бой. Здесь он одолел Ханкарпашу Асмаева, Рахмана Махаджиева, проиграл Сарнавскому и вновь вышел на победную тропу. В последних 2 поединках Аурел выиграл у Лукаша Катеры и Ливана Макашвили. 22 победы и 11 поражений. 1 ничья. Аурель Пиртеа против Рауля Тутарауля. Introducing to first fighting out of the blue corner. He's 28 years old, standing 170 centimeters tall, official weight 70.75 kilos. His professional record, 26 victories and 5 losses. Ladies and gentlemen, he's MMA specialist, representing Tbilisi, Georgia. He is Rauli Tatarauli. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner. He's 32 years old, standing 180 centimeters tall, official weight 70.75 kilos. As Brazilian Jiu-Jitsu specialist with professional record 22 victories and 11 defeats, representing Bucharest, Romania, here is Aurel Dampana Pita! And your referee judge, Evgeny Alinsevich. Рауль Тутараули и Аурель Пиртеа. Много профессиональных боев у них. Пониже будет на 10 сантиметров Рауль, но вот это тайсоновская манера. Сейчас, да. Конечно, ух ты! И это сразу же забирается в борьбу. Тут Рауль эстетически этот бой и так характеризовали, да? Пиртеа, конечно же, забирается в борьбу. И здесь тут Раулю приходится защищаться. Да, хотя вообще изначально у Пиртеа база ударная. Но в основном в смешанных единоборствах, в профессиональных ММА он чаще побеждал именно приемами. Как мы уже отмечали, особенно опасен в начале встречи, естественно, еще много сил. Спортсмены не вспотели. Да, прекрасно понимает Пиртеа, что здесь, в данном случае, основным средством для того, чтобы нейтрализовать сложного нокаутера, только забираться ему вот так за спину, разбивать, вязать и не давать вообще возможности и пространства для действий. Только одна нога заправлена, полноценно пересидела на настил, и вторую ногу забрать пока Аурель не может. Дважды в своей карьере тут Рауль проигрывал приемами. Было это довольно давно. Уступил Роману Богатову.
шолдерчоком. Не получается пока разомкнуть захват. Очень много ударов пропускает при этом Рауль Тутараули. Двигается в правую сторону. И тут же вторая нога там, где нужно. Аурель очень здорово работает. Уже рюкзак есть. И хорошая попытка развернуться сейчас у Тутараули. Браво, великолепная работа. Вернулся в этот поединок из очень сложной ситуации Тутараули. Есть правая... Попытка правой ногой сделать зацеп. Какая же энергозатратная борьба сейчас происходит в клетке. Да, очень-очень много энергии сейчас уходит. Есть захват за одну ногу, но в стойке оба не дают возможности опуститься ниже. Берте прекрасно знает он, как бороться с этими попытками. Да, 19 побед нокаутом из 26 у Рауля нокаутом. И опять же, здесь суммарно и техническими, и прямыми. Вы посмотрите, что делает грузинский боец. Завелся и по-хорошему разозлился Рауль. Попадает! Закачался абсолютно точно Пирте. Обратите внимание, сразу же ныряет в борьбу для того, чтобы сохраниться. И пытается опять забраться Пирте. Ну как же все-таки он хорош в борьбе. Да, и будет до последнего опасен в этом компоненте. Но тут Рауль сил тоже не жалеет. По две ноги. Да, очень верткий грузинский спортсмен. Очень много эмоций в его углу. Едва-едва удается представителю атлетической комиссии успокаивать и усаживать обратно на место его секунданта. Но по-другому они не умеют. Просто они действительно поддерживают своего спортсмена. Пока дистанция не разрывается. Вот только сейчас, может быть, тайский клинч колено выбрасывает. И здесь был удар, по-моему, не по правилам. Надо смотреть повтор. Не обратил. Но все это было похоже на так называемый сокер-кик. Пытается дальше забираться Пирте. Не дает ему возможности пересесть в фулл-маунт. Тут Араули подышит. Сейчас наберется сила. А Пирте хорош. Двигает ногой вперед. А Хавгард пока не перемещается выше. Аурель. Чуть больше минуты до конца первого раунда. Неплохая атака по корпусу. Рискует это Рауля, но тем не менее продолжается эта борьба, боковой контроль. Очень-очень вязкий Пирте, навязывает пока исключительно свою схему ведения этого боя. Будучи потрясенным, абсолютно точно один раз он понимает, что в этом положении кроется его успех, и поэтому не переходит ни в коем случае, работая коленями по корпусу. Да, при этом Пирте здорово борется и с точки зрения силовых показателей, и с точки зрения вообще арсенала джиу-джитсу. 20 секунд в полном маунте Пирте, и здесь уже не успеет, как следует, наверное, отлепиться. Ноги заправлены. Нет, все-таки левая нога только. Вот пошла правая. Не успеет Пирте уже здесь что-то показать в борьбе. Очень интересный первый раунд. Ждем с нетерпением продолжения. Максимальная эмоциональная накачка была сейчас в углу у Рауля. Тут Рауля. Так, смотрим продолжение.
двигается вперед Пирте. Пытается здесь достать двойкой Рауль. Ух, какой фронтки. Поддавливает боец из Румынии. Махнул получше Пирте. С короткой дистанции левым боковым тоже пытался зацепить Рауль. И вот так борьбу без подготовки. Есть небольшой риск. И, скорее всего, Пирте опять займет имеющую позицию. Но времени уже очень много. Да, срывается захват. И он тоже уже за спиной. Пытается заправить левую ногу Аурель Пирте. Не получилось. Еще одна попытка, скорее всего, сейчас будет. Нет, ошибается Пирте. Вот так вот заигрался. И это шанс уже для Тутараули. Но хаммерфист очень неприятный прилетел от Пирте. И выворачивается Аурель. Фантастика, какая работа. Очень много сил тратит Рауль. Более экономно, более правильно их расходует, на мой взгляд. Аурель Пирте, возможно, кто не согласится, но это как раз видно по манере того, как и где располагается Аурель. Он как тень буквально следует за Тутараули и вот так потихоньку, ненавязчиво оказывается сзади. Да, его борьба непрерывна, как текущая горная река. Просто из одной позиции он сразу переходит в другую. Если не получается улучшать свое положение, он начинает выбрасывать удары, как сейчас. И здесь, кстати говоря, да, нарушал немного правила Тутараули. И так полноценно закрепиться за спиной у Пирте не получилось. Да, фантастически вязкий спортсмен сегодня. Аурель Пирте демонстрирует все свои навыки джиу-джитсу. И здесь может и в полный маунт выйти. А Пирте нет, все-таки за спиной. Тут Рауль уже начинает постепенно просто выживать. Да, очень сложно что-то здесь сделать, когда назойливо располагается сзади, не дает возможности подниматься, не дает возможности выкручиваться, замыкает вот такой треугольник на корпусе. Пирте делает все, что он хочет. И вы смотрите, как аккуратно он именно подбивает соперника. Он не наносит акцентированные удары, он решает только одну задачу. Спусти соперника и переход на рычаг Келлинг, кстати говоря. Интересное решение, может и получиться. Уперся там левой рукой, разворачивает вроде бы. Нет, не тут-то было, но опять же, довольно интересно. Неблагая попытка. Вновь Грузия это всей массой. Пирте и постепенно начинает тут Раулю уставать. Пошел вроде бы прием. Воздействие. Подбородок, подбородок. Воздействие на челюсть было, но нет. Жестко разбивает Пирте из этого положения. И вот сейчас закрывается замок. Вовремя снимает правую руку Ауреля Рауль Тутараули. Тут еще долго выживать. Что придумает Пирте отсюда? Гильотину, судя по всему. Может, но здесь нужен контроль. И придерживает левую. Все! Стучит Аурель Пирте! Вернее, Рауль Тутараули, конечно же, Рауль Пирте одерживает победу. Причем абсолютно заслуженную борьба Аурели оказалась лучше, чем ударные навыки Рауля Тутараули. Безусловно, был отличный шанс в первом раунде у Тутараули, но реализовать он его не сумел. Блестящая борьба румынского бойца из Бухареста. Да, и подошел Пирте к Ибрагиму, матчмейкеру, и получил порцию аплодисментов человека, который составляет пары вместе с Асламбеком Бадаевым. Ну, сейчас три победы к ряду у Пирте получается. Поверен Лукаш Капера, Леван Макашвили и Рауль Тутараули. А до этого было поражение от Сарнавского. Как мы знаем, Александр один из претендентов. В любом случае, есть Рашид Магомедов, есть Александр Сарнавский. И, конечно же, есть Артем Резников. Если мы оставляем самого чемпиона за скобками. Вот в эту компанию Пирте и попадает.
Ladies and gentlemen, we have a time. 3 minutes and 30 seconds of round number two. Your winner by submission victory, Guillotine Show, Aurel Zampana Pirtan.